Всем привет, это игра Skyforge, и вот запустили новую акцию, называется «Из пыли прошлого». Можно в акции добыть два новых божественных символа, но про это мне немного попозже, сейчас сначала почитаем историю акции. Громадина центрального офиса Вайнда возвышается посреди развалин делового центра на Терри и таит в себе множество секретов о прошлом одного из самых опасных врагов Леона Интегратора. Новая страница в истории уже начата. Загадочная Терра, далекая родина механоидов, раскрыла перед нашими первооткрывателями свои негостеприимные объятия. Многие теории и догадки подтвердились. Вильям Уайнд, ведущий ученый Терры, на самом деле был смертным сначала. Он обрел бессмертие позже и стал известен как Интегратор. Флавий считает, что крайне важной вехой в изучении врага будет анализ архивов в здании центрального офиса Уильяма Уайнда. Оно расположено в руинах делового центра посреди древнего мегаполиса. Бессмертные под командованием капитана Гарроса отбили деловой центр у врагов, и теперь там безопасно. Флавий предпринимает рискованное решение начать работу с архивом силами адептом. Вот такая вот история. Что у нас тут на втором круге интересного есть? Только сундук Творца и больше ничего. Эх, обидно. Они теперь стали писать, что... Не помню, вот во плоти вот эти штучки они продавались за аргента или нет. Просто начали вот писать, что при продаже вам вернется часть стоимости этого предмета в кредитах. А в прошлой акции, как вы помните, там, конечно, было для прокачки собора вроде, да, было там. Там при продаже давали аргента. А сейчас стали вот писать, что дают при продаже кредита уже. Будет обидненько, если это уже на совсем. Ладно, что вот смотрим. Нам могут выпасть 20к медалей победителя, суперприз, также суперприз может выпасть 500 очков. И еще суперприз 10 миллионов кредитов. Еще был один суперприз, но их что-то убрали. Тут в прошлых акциях была годовая подписка, потом еще там что-то было. Еще какие-то штуки были, там можно было собирать какие-то там осколки, и потом можно было заюзать их и получали аргент, тоже все убрали, вот только 3 суперприза оставили. Что тут есть? 7 дней премиум подписки, знания противники, кредиты, медали победителя 1к, искры совершенства, потом вот эта штука на 750 прогресса, особый проект военного развития, содержит 1000 единиц ресурсов оплота, 3000 медалей победителя на 1000 прогресса, новые вот божественные символы. Это первый называется эфирный шквал. Активировав этот предмет, вы получите новое божественное умение. Создает импульс, отталкивающий противников в радиусе 10 метров и наносящий им урон. После применения скорость противников будет уменьшена на 5 секунд, а также они выберут по возможности другую цель атаки. Но это, наверное, больше всего относится к мобам, что они выберут другую цель атаки. Требует 5 единиц веры и время восстановления 2,5 минуты. Следующий эфирный символ — зов гигантов. Он находится на 2000 прогресса. Это, короче, когда вы ее юзаете, то здоровье ваше увеличивается. И также защита контроля на 40% в течение 20 секунд. В божественной форме бонусы уменьшены в 2 раза. Требует 10 веры. Время восстановления 5 минут. Сейчас глянем, где это находится. Так, вот я зашел в умение, находится это здесь, вот в символах. Символ зов гигантов находится в символах, где находится у нас божественное исцеление. У исцеления тут откат получается 5 минут, а у зова гигантов, где увеличивает на 40% защиту от контроля и запас здоровья, тут... Где тут откат? А, ну откат тоже 5 минут. Откат одинаковый. Теперь... Эфирный шквал находится
у символов, где ставить символ воли в этой же ячейке. У символов воли откат 4 минуты, а у этого откат 2,5 минуты получается. Ладно, возвращаемся к нашей акции. Ну и тут новый компаньон, Гаркун. Научный центр хорошо поработал с этим механическим гостем с Терры. К сожалению, его внешний вид и стиль речи были восстановлены довольно приблизительно, зато его могучий поэтический дар совершенно не пострадал. Сейчас я вам врублю некоторые его реплики с форума, там они также выложены, сейчас послушайте. Ноги в руки и беги. Жди восстановления почек. Бели, саблю держат еле-еле. Эл, ну и так до черта дел. Чуду-юду даже говорить не буду. Курца, чтобы избежать конца. Корда, лопнет вражеская морда. А, не фасон, а срамота. Ну ладно, вроде все, реплики рассказал, давайте начинать тыкать акцию. Нафармил я 3750 разведданных. Погнали. Славей тут нам начал болтать, что он хочет знать, как именно произошло превращение Уильяма Уайнда в интегратора. Он хочет знать подробности. Все, продолжаем. Разведданные закончились, итого получается я дошел до 914 прогресса. Что у нас тут выпало? Выпал всякий мусор. Это вот выпал особый проект военного развития. Ну-ка, если он... Не, продать его нельзя. Не продается. Написано, что дадут какие-то жалкие аргенты, кредиты, жалкие кредиты за него дадут. Наверное, там какие-нибудь крохи кредитов. Пока что не буду его трогать, но это тоже какой-то мусорок выпал. Да, до этого далековато идти, и не знаю, нужен ли он мне этот фигня или нет. Ладно, если понравилось видео, ставьте палец вверх, и всем пока.